Как-то не по себе. Жутковато, прямо скажем. Неужели на всех так действуют горы? Издержки городского воспитания. Смешно. Сын горца и боится гор. Это же моя родина. Родина моего отца. Значит, и моя. Здесь ты ходил, отец. И я иду. Может быть, след в след. И правда, чертово ущелье. Звездная память, каждое имя, каждая встреча и звук. Синие звезды от холода стынут, им бы согреться внизу. Жажды, порывы реют по миру роем встревоженных пчел, а потому, что в ущельях Памира дикий шиповник зацвел. А потому, что в ущельях зеленых шиповник веснущат и рыж. Синие молнии бродят по склонам, синие льются дожди. Греются звезды, роняют осколки в реке, ветер в траву, в сердце, наверное, диким шиповником жажду мою зовут. Осколки в реке, ветер в траву, сердце, наверное, диким шиповником жажду мою зовут. Она-то мне и нужна. Привет. Послушайте, молодой человек, долго вы еще собираетесь меня преследовать? А я вас не преследую. Я просто иду. Разрешите представиться? Искандер Раджабов. Искандер-завоеватель.
обожаете уличные знакомства. Ну что вы, я стеснительный от рождения. Знаете что, оставьте меня в покое. Идите своей дорогой. Дело в том, что дорога у нас одна. Вы идете в мехколонну, и я тоже. Вы что, там работаете? Да, с Сатором Махкамовым. Знаете его? Нет, не припоминаю. Знаменитый линейщик. Я вас с ним познакомлю, если будет возможность. Правда, он очень занят, но я попробую. Он меня долго уговаривал пойти в линейщик. Ну, я в конце концов дал согласие. И теперь это мой самый близкий друг. Ну, а как у вас дела на испытательной станции? Знакомьтесь, Сатор Махкамов. Что? Ну ладно. Давай с тобой выпьем, Олюшка. За твои успехи. Давай. За тебя. Ага. Спасибо. Не очень-то и верю в эту затею. Максуд Назарович, по-моему, не тот человек, который пойдет на риск. Ну как ты можешь такое думать? Да странный он какой-то. Не поймешь, что у него на уме. Согласился вроде, а конкретно ничего не говорит. Нет, Оля. Максуд бывает очень решительным, когда нужно. Ну ладно. Тебе не кажется, что мы слишком много о нем говорим? Стоит ли он там? Я вижу, у тебя сложилось неверное мнение о Максуде. Это плохо. Возможно. Для меня он самый близкий человек. Ближе его нет. Пока нет. Ну, сколько можно терпеть? Сатор, Сатор. Все для Сатора. Самые лучшие люди. Самые лучшие условия. Ну-ну, слушаю. Новая техника тоже Сатор. Отдадите ему всех специалистов, а мы с кем будем работать? С детьми? Не горячитесь, ребята. Анвар, мы с тобой вместе были на этом участке. Угу. Ты своими глазами видел. Не проехать, не пройти. Угу. 20 километров трассы. Одно чертово ущелье, что стоит. Больше 1000 метров перепад высот. Участок действительно трудный, я с вами согласен. Но у него есть свои специалисты. Пусть и работают. Вот и вообще, дружба дружбой, а дело есть дело. Да. Сатор мой друг. Мы с ним вместе не одну трассу провели. Я ему верю, если хочешь, больше, чем самому себе. Вы же оба отказались от этого участка. Я сразу сказал, что для бригады в чертовом ущелье будут созданы специальные условия. Я говорил это? Был такой разговор, Анвар? Был или не был? Ну, был. Ну и что? Кстати, в особо сложных местах, вместо опор, возможно, будем тянуть линию на односторонних подвесках по проекту Ольги Константиновны Борисоглебской. Знакомьтесь, пожалуйста. Очень приятно. Этого еще никто не делал, не только у нас в стране, но и во всем мире. Ну почему же на ЛЭП-110 уже делали? А вот на ЛЭП-500 пока действительно только в проектах. Так что, если разрешат, будем первыми. Ну что ж, поглядим. Алло, Аркадий, Аркадий! Аркаша, здравствуй! Здравствуй, дорогой! Это Сатор! Сатор говорит! Сатор Махкамов! Ну, наконец-то! Что нового? Чем занимаешься? Бездельничаешь? Сатор Махкамов. Ну, все, телефон не объяснишь. Ничего себе потрясет. Садись на самолет и сюда. Давай, скорее. Тут все и узнаешь. Завтра же и вылетай. Аркаша, нечего думать, все продумано. Илья Хоменко уже здесь. Вот они, сидят рядом со мной. Аркадий, привет, Аркашка. Ноги в руки, прилетай. Алло, с Максудом все договорено. Что? Что ты говоришь? Ай, плохо слышу. Ну как же так? Вилё, поговори с ним. Ты тоже, Хама, уломайте его, он мне позарез нужен. Давай. Аркаша. Слушай, давай, парень, я же тебе сказал. Завтра приходи. Вы, наверное, перепутали. Давай, вылетай. Вот на, Хама. Завтра суббота. Ну, послезавтра. Воскресенье. Билет послать.
Слушай, в комплексную бригаду я тебя не могу взять. А какую-нибудь работу придумаем. А мне какую-нибудь не нужно. Я хочу работать в чертовом ущелье. Линейщиком. И только. И только. Ничем помочь не могу. Будь здоров. Ну что, решил? Выходит, все дороги в чертово ущелье ведут через мехколонну 13. Думай, Раджабов, думай. Крепкий орешек этот Сатур Махкамов. Значит, надо попытаться обойти и ударить с тыла. О, смотри, какой красавец. Да еще с усами. О, да. И откуда только такие берутся? Да он здесь целыми днями крутится. Лучше делом бы каким занялся. Идет. Здравствуйте, рабочий класс. Здравствуйте. Добрый день. Девушки, нашу газету интересует... Скажите, вы женаты? Да, уже 2 года. Как обидно. И дети у вас есть? Разумеется. О, почти на отец семейства. Да, подумать только. Опоздали мы с тобой, такого жениха упустили. Слушай, корреспондент, ты, говорят, к Махкамову в линейщики просишься. Учти, они по проводам ходят, некому будет за ручку водить. А ты не волнуйся, он с собой нянечку привезет. Баю, баюшки, баю, не ходи ты на краю. Да, с юмором у вас, знаете ли. Счастливо оставаться. До свидания. До свидания. Будем рады вас видеть, не стесняйтесь, заходите. Оленька, я скоро освобожусь, подожди меня. Извини, Максут. Подожду. Мы с Максудом Назарычем должны чертежи посмотреть. А уже готовы? Готовы. И можно взглянуть? Конечно. Угу. Все понятно? Угу. А что, здорово. Здесь 300 метров. Хорошо. А не рано ли? Что? Максут затеял всю эту историю с подвесками. Максут Назарович говорит, что сейчас самое время. Ну, раз так. Здрасте. Что там такое? Ах, это опять ты. Не надоело? Скажи, пожалуйста, а ты не шпион? Нет. Я из угрозыска. Каждый день приходит и непременно хочет работать у меня. Парень, ты вроде сообразительный. Пошел бы ты... Куда? Учиться, что ли? Тупой я. Выгнали. Поработаю у вас, получу характеристику. Может, восстановят. Все-таки супербригада. Как? Как ты назвал? Супербригада. А что, не согласны? Да нет, ничего. А ты, парень, не промах. Безотцовщина. А почему именно ко мне? В комплексную. Мне в чертово ущелье надо. А я-то думал, ты к нашей славе приобщиться хочешь. На доску почета метишь. А почему бы и нет? Внешность у меня вполне подходящая, правда? Скажите, пожалуйста, а где вас так удачно сфотографировали? Специально... Очень выгодно выделяетесь из общей массы. Вот чертежи. Максут, насколько можно об этом говорить? Что вы делаете из меня посмешище в конце-то концов? Ну, ты же сам принес эту фотографию. Ну, я же сказал, что всем надо такие сделать. Ну, ладно. Ой. Вот и закончилась ваша карьера. Теперь прощай, мечта о чертовом ущелье. Посмотрим. Берегите негатив, пригодится. А ну, вали отсюда. Чао, Брижит Бардо из мехколонны. А как его зовут? Искандер. Искандер Раджабов. Приличный перевальчик. 5 км над уровнем. Вечные снега.
Интересно, чем это здесь Бориса Глебская занимается? А может быть... Стоп. Все-таки светлая у меня голова. Ха. Недаром даже сам Махкамов назвал меня сообразительным парнем. Здрасте. Искандер? Он самый, Ольга Константиновна. Как вы сюда попали? Да так, шел мимо. Дай, думаю, загляну на минутку. Мимо шли? Ага. Откуда? Решил подышать свежим воздухом. Внизу сейчас душно, а у вас мороз и солнце, день чудесный. А вы не мерзнете в этой вечной мерзлоте? Ну ладно. Раз уж пришли, пойдемте в дом. А чаем напоите? Проводов-то, как опутанный веревками Гулливер. А это пятисотка. Испытание натяжения. Верно. Сумма веса дополнительных грузов плюс собственный вес проводов соответствует проектному расстоянию. Кстати, право испытывается по заказу мехколонны 13. У них на трассе будет большой пролет в 2 километра. Здорово. Вас из какого института выгнали, Искандер? Из театрального. Поступайте в энергетический, раз уж артист из вас не получился. Если хотите, я могу помочь подготовиться. Да. Ольга Константиновна, на вас можно положиться? Думаю, что вполне. Только никому, ладно? Никакого театрального института не было. Поступил я в московский энергетический. На втором семестре заболел и взял академический. Опять попал к тетушкам в объятия. Я ж для них сиротинушка. Надоело бездельничать. Хочу строить ЛЭП-500. Если приживусь, перейду на заочный. Вот такие дела, Оля Константиновна. Спасибо. За что? За доверие. Не буду я с вами жить! Все равно убегу! Лучше оставьте меня в покое! Егор, вернись в дом! Ты ведь простуженный! Не нужен мне ваш дом! Ничего мне не нужно! А ну, прекрати! Кричи лучше на своего полбанкина! Банкин я. А я Нечаев! Понял? Егор Нечаев! И не хочу быть Банкиным! Лучше добром отпустите! Второй раз бегу, не поймаете! Никак не хочет его признать. Не подходи! Ольга Константиновна, держите его! А ну стой! Ты что, пусти. В колонию захотел? Пусти, говорю! Могу хоть сейчас отправить. Ну отпусти! Хватит дурить, иди в дом. Да ладно, не убегу. Да. Чё ты? Иди, иди. Только стиляк нам здесь не хватало. Удивительная у вас способность, Искандер, наживать врагов. Мой жизненный опыт позволяет мне делать вывод, что человек, с которым я повздорил при первой встрече, впоследствии может стать моим самым верным другом. Да, жизненный опыт у вас богат. Да? Ну-ка, помогите. С удовольствием. О, сколько битой посуды. Работа у нас тяжелая. Сатор говорит, что не всякий мужчина здесь выдержит. Сатор? Это тот пижон из мехколонны. Сатор Махкамов. О, простите. Раздевайтесь. Можно я здесь повешу? Да, конечно. Спасибо. Опа! А, черт! Ты что делаешь? Ой, мам, отпусти! Вот наша лаборатория. Мир этому дому. Можно мне посмотреть? Руками не трогайте. Извините, пожалуйста. Счетная машина. Угу. А это и есть те самые подвески ЛЭП-500? Да. А ты к окну подойди. Плохо видно.
Да, фантастика. Высший пилотаж. Это значит, что можно подавать энергию куда угодно. На Памир, на Тяньшань. Крепить прямо к скалам и никаких опор. Здорово. Вам за это государственную премию нужно дать. Не в кандидатскую защитить. И мы будем это делать, Ольга Константиновна, чертовом ущелье. Надеюсь. Это безобразие, Максут. Больше тянуть нельзя. Мне они вот так нужны. Здрасте. Немедленно звони на завод. Здравствуйте. Опять этот. Сатор, возьми парня в бригаду. Максут Назарович, ну хочет человек у вас работать. Я не возражаю. Ну хорошо, твоя взяла. Считайте, что вам крупно повезло. Ну иди, иди, пиши заявление. Что ж, поздравляю, Искандер Раджабов. Спасибо. Это очень важно, с кем начинать. А я к кому попало не пошел бы. Сейчас узнаем! Держи информацию! А заслужил ты ее! Говорят, как вы супербригаду. Да, так лучше. Так, товарищи, я собрал вас вот зачем. На трассе есть очень сложный участок, чертово ущелье. Даже вертолетами арматуру туда доставить невозможно. Поэтому есть решение создать комплексную бригаду, в которую мы соберем самых лучших специалистов мехколонны. Начальником участка будет Сатор Махкамов. Товарищи, работа предстоит очень сложная и ответственная. В местах, где будет трудно устанавливать опоры, потянем линию с односторонними подвесками. Это позволит нам сдать трассу досрочно. К тому же, по подсчетам специалистов, мы получим экономию металла и средств. А заработки будут сдельные. Я прикинул, раза в два больше обычных. Это как минимум. Вообще, мне нужны люди, которые умеют делать все. Готовы делать все. Тихо, товарищи, соблюдайте порядок. Много будет тяжелой черной работы. Часто на пределе. Сами будем фундамент класть, арматуру на скалы поднимать и линию тянуть. А добровольцы нужны? Сиди. Добровольцы? Добровольцы нужны. Только те, кто в этом списке. А девушки есть там? Пожалуйста. Только на выходные в гости. Готовитесь. Кто хочет выступить? Так что ли? Без них спокойнее. А чего говорить? Читай список. Давай, не тяни. Сатор, начинай. Искандар Раджабов. Я здесь. Сатур Джон, скажи, в каком ты его доме модели отыскала? Кончайте. Равшан Турабеков. Здесь. Семен Максимов. Здесь. Гарибян Аветис. Фазылов Армон. Обиджон Мирзаалиев. Это со второго и третьего участков. Ну, кое-кого возьму из своих. Интересно, кого? Разберемся. Мы также пригласили троих специалистов. Монтажников, линейщиков высшего класса. Двое уже здесь. Мы их знаем по Киргизии с Максут Назарычем и по Кубе. А кто у нас останется? Не пойдем к нему. У нас что, своих специалистов не хватает, что ли? Неудачи свою бригаду, хоть увольняйте. Тихо, товарищи, тихо. Кто еще хочет говорить? Да подождите, ребята, можно мне? Понимаешь, Сатор? У тебя есть свои люди, так? Линейщики, монтажники. Что они хуже тех, которых ты записал? Не может быть. Зачем же их обижать? Твое недоверие до хорошего не доведет. Правильно, верно говоришь. И еще, ты заботишься только о своем участке. В общем, ни Рахматов, ни я своих людей не дадим. У нас тоже есть план, тоже есть сроки. Для тебя важна не сама работа, а рекорды. Ну вот, и устанавливай эти рекорды со своими людьми. Кто тебе мешает? Насильно я никого брать не собираюсь. Кто хочет, пожалуйста. Кто не хочет,
Одно мое слово, и ко мне любой приедет. Тихо, тихо. И научитесь сначала работать. Успокойся. Слушай, Максут, ну чего ты на собрание вылез с этими подвесками? Я еле сдержался. Идея прекрасная, что тут говорить. Но не здесь же их применять, в чертовом ущелье. Ошибаешься, Сатор. Именно здесь. Есть утвержденный проект. Там все точно определено, как ты знаешь. Зачем ломать голову? Тем более опыта крепления подвесных систем нет. Гигантский объем ручного труда. Но главное не в этом, пойми меня. Главное, что в этих условиях невозможно обеспечить технику безопасности. Ты посмотри, какие тут скалы. А я за подвески. Это огромные перспективы в строительстве ЛЭП-500 в условиях высокогорья. А проблемы? Действительно есть. Их надо решать. И голову ломать. Иначе зачем мы тогда нужны? Тут ты прав. Но я смотрю на вещи реально. А вот ты, если что случится и ты завалишь сроки, трест тебе этого не простит. Никогда. На что ты рассчитываешь? На проект Ольги. На себя, на тебя, на нас всех. Да что с тобой, черт побери! А если ее проект не утвердят? Ты об этом подумал? Каково будет ей? Она-то ведь верит! Я тоже. Чего ты опять приехал? Шею тебе намылить. О, а за что? За подножку. Мамка мне уже надрала уши. Так тебе и надо. А это тебе от меня. Чего ты? А чего ты тогда разбушевался, а? Да ну, раньше мы с мамкой дружно жили. А теперь этот Банкин. Она все Петя, Петенька. Егор, слушайся, Петенька, он тебя дело выучит. А на что он мне сдался? И без него обойдусь. Искандер, а как тебе Банкин? А? Нормально. Дядька как дядька. А что? Ничего. Так просто. Они с матерью пожениться хотят, а я против. Ну и зря. Они же любят друг друга. Любят. У нас с матерью никогда отца не было. А Банкин, он заботливый. Пусть себе женится. Да, так будет лучше. Интересно все-таки получилось. Я думала, напишу диссертацию, сдам ее в архив. И она там будет погребена навеки. А тут вы с Сатором появились. Внизу лето, а здесь зима. Угу. Ты круглый год здесь или приезжаешь? На каникулы. Мехколоновский газик. Сатор Махкамов приехал. Подождите, Ольга Константиновна. Мы еще с вами линию с подвесками потянем до Памира, до Тяньшаня, как говорит Искандер. Шутники вы с Искандером. Не помешали? Кого я вижу? С приездом, Аркаша. С приездом. Здравствуй, дорогой. Максут. Рад тебя видеть. А это кто? Познакомься. Ольга Константиновна. Бориса Глебская. Привет, Аркадий. Оля. Молодцы, что приехали. Очень приятно. Здорово. Оля. Ага. Хоменко. А Максут-то не теряется. Какую бабу отхватил? Наша школа, наша. А, да. А. Держи-ка. Максут, на минуточку. Да. Ну, товарищи. Помогаете? Ты, собственно, зачем сюда ездишь? Может, скажешь,
Что, из-за подвесок? Представь себе. Все шутишь. Ничего у тебя не выйдет. Не выйдет. Пустая затея. Да. Ну ладно, время покажет. Максуд, скажи, только честно, ты ведь сюда ездишь не только из-за подвесок. Допустим. Допустим, не только. Что тогда? Что тогда? Я люблю Ольгу. Ах, вот оно что. Да, это вот и есть знаменитые подвески, а? Почему знаменитые? Наслышаны. Очень интересная идея. Ну, идея-то как раз не моя. Двусторонние подвески уже существуют в Арзовском ущелье. Правда, там 110. Угу. Подвесные ЛЭП-500 еще не делались. А вот моя идея такая. Закрепляется только одна сторона, а линия удерживается собственным тяжением. Ну да что я вам-то лекции читаю? Хама, возьми. Понятно, понятно, откуда ветерочек-то веет. Ветерочек? Да, присказка у нас есть такая, у линейщиков. Ай... Ёлочки зеленые. А не нравится мне эта затея. Почему? Я уже в уме прикинул. Линия на подвесках будет стоить в два раза дешевле. А нам платят процент от стоимости. Чем меньше стоимость, тем меньше заработок. Ясно, Хама? А мне нравится. Эту затею надо поломать. Ну, как велье? Ничего. Здравствуйте. Извините, надо гостей встречать, а я на кухне замешкалась. Помогите, пожалуйста. Пожалуйста. А стой туда. Я возьму. Хоменко. Даша. Даша. Дашенька, ты? Сколько лет не виделись. Нас Сатур сюда вызвал. А я и понятия не имел, что ты здесь. Мы с ребятами приехали. Работать будем. Господи, встреча-то какая. Даша. Даша, куда ж ты? Ну, Аркашка. Ну что? Закрылась на кухне. Не хочет разговаривать. Здравствуйте. 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 Банкин. Нечаев. Вилью, пацан-то на нашего Аркашку смахивает, а? Ты что? Ничего не понимаю. Ну почему? Вы вместе начинали. Вместе всегда добивались своего. Что с тобой? Говори, говори. Максуд хочет как лучше. Бьется, бьется, как рыба об лед. Пытается тебе что-то доказать, а ты... Ага. Так. Честно говоря, мне не по душе твоя затея с супербригадой. Ах, какие ребята, если б ты знала. Как они умеют работать. Мировой рекорд линейщика Махкамова. Когда кончится это мальчишество? Да никакое это не мальчишество. И я докажу, что я прав. Да, ты всегда прав. А разве это не так? Не так. Ну почему я тебе никак не могу доказать выгоду этих подвесок? Опять вот чертово ущелье. Во-первых, здесь линию можно тянуть напрямик. Выигрыш 14 километров. Во-вторых, не нужно доставлять громоздких опор и грузов. Угу. А это значит экономия труда, времени и средств. Конечно. Да, конечно, угу. Конечно. А главные люди будут работать с интересом. Понимаешь? Где уж мне необразованному?
Тогда я не понимаю, зачем ты меня втянул в эту историю? И зачем ты меня с Максудом познакомил? С Максудом я дурак, что тебя познакомил. А знакомил я вас совсем не для того, чтобы вы морочили мне голову этими подвесками. Надоело мне слушать о подвесках. Ты о чем-нибудь другом со мной говорить можешь? Я вот день тебя не вижу, мне плохо, понимаешь? А полдня не вижу, еще хуже. Извините. Ну, я пошла, мне надо приборы проверить. Угу. Здорово. Мам, мам, перестань. Ну, ладно тебе, не плачь, мам. Хочешь, я посуду вымою, а? Ну, мам, перестань. Мам, не плачь. Мама. Плов-то поди накрыть пора. Сейчас. Сиди, сиди, я накрою. Что там Максут с Сатором, а? Не знаю, Петя. Пойди, Егорка, погуляй чуток. Поговорил бы ты с Ольгой по-вашему, по-бабе, а то нехорошо получается. Может, этого гражданина отправить отсюда? Люблю я тебя, Петя. Не так-то просто было прилететь к вам. Ольга Константиновна. Пришлось применить все свои способности. Можно мне сказать? Конечно. Давай. Я хочу выпить за дружбу. За исполнение желаний. И, честное слово, мне очень повезло, что мы будем работать вместе. Олюшка, пойми меня правильно. Максут хочет рискнуть. Я против. Он начальник колонны, ему и решать. Но если он завалит трассу, сверкнула сабля раз и два, и покатилась голова. Да ты за себя говори. Скажу. Комбинат должен получить ток. Сроки мизерные. А тут еще это чертово ущелье. Я убежден, что даже с такими специалистами, как мои линейщики, мы с трудом уложимся в эти сроки. И осваивать новую методику. Нам будет некогда. Обижайтесь, не обижайтесь, а я от подвесок отказываюсь. Да. Спасибо, Сатор, за то, что ты мне все сказал. Но мне лично ничего не нужно. Я думала, это нужно всем. Какая же я еще глупая. Олюшка, честное слово, я неплохой линейщик. Да и ребята мои, высший класс. Если мы не беремся, значит, это невозможно. Как же это, Максут Назарович? Значит, все-таки в архив.
А я-то думала. Да. Подвесками заниматься будем. Но только без вас. Проехал. Не вышло. Ничего. Искандер. Чего? Хочешь, я тебе балалайку куплю? Купите лучше пианино. Так. Дубль два. Есть у меня. Эх, супера, супера. Монтажники-линейщики высшего класса. Такую красоту предлагают, а вы... Видно, все-таки придется уйти из вашей бригады. А жаль. Поймите, мне же в чертово ущелье нужно. Ну-ка. По дороге сюда я встретил Анвара. Максуд утром вызывал его к себе в кабинет. Уговаривал принять наш участок. Ну а что Анвар? А что Анвар? Отказался, а сейчас Максуд его снова вызвал. Уговорит. Если Максуд чего захочет, вы же его знаете, он своего добьется. Сатор, надо бы поговорить с Максудом. Может, зря мы поторопились. Вот сам и говори. Да некого мне поставить, понимаешь, некого. Может быть, все-таки Сатор? Ты опять за свое. Сатор подвел нас. Ну. Крепко подвел. Никак не могу себе представить, почему я пошел у него на поводу. С его супербригадой мы всю колонну обидели. Не боги горшки обжигают, справимся. Так как? Нет, Максут, я не возьму этот участок. Тем более подвески. Если честно, боюсь, не справлюсь. Ну, поставь кого-нибудь другого. Зачем тебе нужно, чтобы я позорился? Нет, не возьму. Все. Анвар не согласился. Надо идти к Максуду, пока он тепленький. Еще раз нажмем, и он откажется от этих подвесок. Да убери ты свою гармошку. Справишься, Анвар. Поверь мне, справишься. Даю тебе честное слово. День и ночь буду рядом с тобой, на участке. Ну, ты можешь выручить меня. Ладно, уговорил. Ребята, а все-таки Максуд наш друг. Но ему надо подсказать. То, что он делает, это же самоуправство. Если в тресте узнает про его подвески, ему ж не поздоровится. Снимут с работы. Ну, Сатор. Здравствуйте, Алей Латифович. Спасибо. Хорошо. Начинаем выезд на трассу. Да-да, именно насчет первого участка я и хотел с вами посоветоваться. Мы хотим применить... Можно? Заходите. Хотим применить в чертовом ущелье подвески. Это даст нам возможность закончить трассу досрочно. Проект Бориса Глебской. Садитесь, садитесь. Да-да, слушаю вас. Работать будем комплексно. Люди? Люди у нас есть. Да ну что вы, какая супербригада? Да нет у нас никакой супербригады. Так, шутка. Приехали специалисты, наши друзья, помочь нам. Нет. В чертово ущелье пойдет другая бригада. Махкамов? Так он же не скалолаз, линейщик. И есть прямой смысл использовать его по своей специальности. Учту. Да ничего я не темню. От подвесок отказываться не буду. Да, все расчеты уже готовы. О спецарматуре договорился. Комбинат сделает мне по этим расчетам несколько комплектов.
Это я предвидел. Да, мы подготовили соцобязательство освоить прогрессивный метод подвесок сверхплана. Приложим все силы. Вопрос о начальнике участка пока не решен. Максуд Назаров вас устроит? Я не шучу. Первый участок возглавит Анвар Курбанов, а я буду рядом. Наладим работу, а потом посмотрим, Али Латифович. Приезжайте, буду рад. До свидания. Вот так, друзья мои. А ты что, серьезно решил податься на участок? Серьезно. 10 лет дружили. Не знал, что у меня друг. Само бескорыстие, сама чистота. Теперь знаешь. Рассчитываешь благородством взять. Хитер. Сатор. На интеллигентных дамочек это, конечно, действует. А я-то все думал, зачем ему подвески? Оказывается, не в них дело. Как говорил один прохвост, не мытьем, так катанием. Замолчи. Ничего, она к тебе придет и сумеет отблагодарить тебя. Прекрати еще одно слово и... Братцы, братцы, ну что вы? Перестаньте, Сатор. Будь счастлив, лучший друг. Пойдемте, ребята. Пойдем, Искандер. Я задержусь. Мне надо поговорить с Максудом Назаровичем. Я хочу работать в чертовом ущелье. Глупо как-то вышло. Хватит. Да. Да брось ты, Сатор. Зачем? Я знаю, почему тебя тянет в чертово ущелье. Ты сын Раджа Пака. Он поставил первые электростолбы в этом ущелье. Хочешь продолжить его дело? Ты очень похож на своего отца. Я был с ним хорошо знаком. У него начинал помощником монтера. Давно это было. В детстве я хотел стать врачом, но жизнь распорядилась иначе. Умерла мать, вскоре за ней отец. Пришлось идти работать. Это и есть вагонный городок нашего первого участка. Входи, располагайся. А я пойду посмотрю, может, кто не спит. Ну, здравствуй, чертово ущелье. Теперь я пришел надолго. Принимай. Моя трудовая жизнь начнется здесь. Так я решил. Девчата спят. Сейчас я. Не хотелось будить. Так что, молодой человек, не в защите. Будем спать без простыней. Подумаешь, не впервой. На. Спасибо. Ну,
Ну что ж, на боковую. Максут, а вы не спите? Пожалуйста, расскажите про отца. Он мечтал провести свет в самые дальние кишлаки нашего горного края и посвятил этому всю свою жизнь. Я пришел к нему пацаном, 16 лет. Только что семилетку закончил. Мне 2 года пропустить пришлось. А Раджа пока заставил меня дальше учиться. Потом в институт уговорил поступить. Поехал. Поступил. Вернулся, его уже нет. Когда ему сказали, что у него родился сын, что тут было? Мне тогда очень хотелось кого-нибудь любить так же, как он любил. И постепенно вместе с ним я начал любить вас. Я ведь сирота. Я думал, как было бы здорово, если бы твой отец и мать были бы моими. Не надо про маму Максутака. Она оставила нас с отцом. Я слышал об этом. Видно, ей надоело жить врозь. Он был увлечен своей работой и редко выкраивал время навестить вас. Не осуждай ее. Жизнь, Искандер, штука сложная. И не всегда. Все складывается, как хочешь. Она всего один раз приезжала. 5 лет тому назад. Сказала, что хочет забрать меня. Я отказался. Она не настаивала. Но я остался жить у тетки, у папиной сестры. Цацкается она со мной. Я все еще для нее ребенок. А недавно мама прислала письмо. Пишет, что делаю я большую глупость. Иду в рабочее. Просит меня одуматься. Стыдно. Искандер, не надо про мать. После обеда выезд на трассу. Заедем на 2-й и 3-й участок. Подготовь как следует машину. Хорошо. И не забудь взять воды. Все будет в порядке. Доброе утро. Привет. Что ты долго спишь? А вы чего так рано? 6 часов. Разве рано? В этом кишлаке, благодаря твоему отцу, впервые зажглась электрическая лампочка. А теперь его сын будет прокладывать здесь, ассаламу алейкум, уникальную трассу ЛЭП-500. Народ называл твоего отца Нур-Раджаб. Свет Раджаб. А куда мы идем? Сейчас узнаешь. Ты не устал? Да нет. Видишь провода? Угу. Это последняя линия Нур-Раджаба.
Здравствуй. Здравствуй. Какой у вас прекрасный сад. Тебе помочь? Угощайся. Спасибо. Меня зовут Искандер. Зарина. Значит, тебе у нас нравится? Очень. Да бери же, бери, не стесняйся. Спасибо. Какой вкусный. Тоже из вашего сада? Конечно. Ассалам алейкум. Ва алейкум ассалам. Похож. Очень похож. Мирза Ахметов, учитель. Для меня большая радость видеть сына моего друга в своем доме. Я сохранил кушнай твоего отца. Береги. Я нашел тебя, отец. Я нашел тебя слишком поздно. Нур Раджаб, свет Раджаб, называют тебя в горах. Я хотел бы пройти по твоей последней тропе, твоей последней дорогой света. Но следы твои глубоко внизу, под толщей рухнувших скал. Гора раскололась ночью, когда в кишлаке вспыхнул свет, принесенный тобой, отец. И нет свидетелей беды. Никто не уцелел. Даже река, чтобы не видеть всего, ушла под землю от горя. Ольга Константиновна, Максуд Назарович приехал. Вижу, вижу. А здесь, на перевале, всегда снег? И зимой, и летом? Зимой дороги сюда вообще нет. Только вертолетами. Здравствуйте, Ольга Константиновна. Здравствуйте, Максуд Назарович. Здравствуйте, Максуд Назарович. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, Петр Ефимович. Мы буквально на минутку. Едем на трассу. В общем, закругляйтесь с лабораторией. И переезжайте к нам. Будем строить подвесную ЛЭП-500. Не может быть, вы шутите. Но какие шутки? Петр Ефимович. Поздравляю. Максуд Назарович, тут вся работа вышла. Берите и нас с Дашей тогда. Лучшего специалиста по подвескам вы не найдете. Поговорите с Махкамовым, а то он у вас характер. Махкамов на другом участке, Ольга Константиновна. Страдания юного Искандера. Стремился в линейщики, попал в лесорубы. Пока дело до подвесок дойдет, пожалуй, еще с десяток древних профессий освою. Жаль, только не пригодятся. А вдруг... Здравствуйте, Максуд Назарович. Здравствуйте, здравствуйте. Салам алейкум, Максуд Акаев. Кипит работа? Кипит.
Салам алейкум. Салам. У той горы складывайте. О, ассалам алейкум. Ва алейкум ассалам, учитель. Вот, привел своих учеников помогать вам. Где после расчищать? Вот здесь закончите, а потом там, наверху. Егорка, хватит лодырничать, иди помогай. Гнилая. Тоже. Мам! Можно я помогу немного и пойду к Искандеру? Чисть картошку. Начальство едет. Неужели это Али Латифович? Егорка, беги в ущелье и предупреди Максуда Назаровича. Ура! Привет. Как дела? Плохо. Занимаемся подсобными работами, вместо того, чтобы монтировать подвески. Где скальная арматура, оборудование? Время уходит, зима на носу. Ты про рабочую эстафету слышал? Но. Собери людей, поговорим, а потом поедем на комбинат. Там тоже рабочие. Поймут. А пока, чтобы не стоять, начинай поднимать опоры. Понятно. Максуд Назарыч! Максуд Назарыч! Латифов приехал! Нет, 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 хватит с меня экспериментов. Ты что, всю трассу с ног на голову ставишь? Весь проект перекроил, понимаешь ли. А план? Махкамов каждый месяц по 300 дает. А тут еле-еле до 50 дотягивает. Да будет план, будет. Начнем ставить подвески, по 400 план дадим. У тебя мехколонна, а не научно-исследовательский институт, понимаете ли. Ну вот получим заказанную арматуру. В общем так, товарищ Назаров, есть утвержденный проект, и я требую, чтобы он был выполнен в точности, а пролет в 2000 метров отменить. Додумались, понимаете ли. Ха, с ума сошли. Тут полторы-то тянуть будет трудно, а вы две. Да нет, вы не правы, Али Латифович. Испытания показывают, что можно тянуть и больше. Послушайте, товарищ ученый, у вас испытания, у нас план. А тебе хватит здесь болтаться. У тебя что, один этот участок? Я приехал помочь Курбанову. У него нет достаточного опыта. Тогда назначь Махкамова. Хорошенькое дело. Лучших специалистов, понимаете ли, ставит на легкие участки. А сюда набрал сплошной молодняк. Разбрасывайтесь кадрами, товарищ Назаров. Но не разбрасываюсь людьми, Али Латифович. Они верят в подвески, увлечены ими. Хватит. И учти, не перестанешь своевольничать, уволю. А завтра, чтоб приехал в трезв. Поехали. Может, откажетесь от подвесок, Максуд Назаров? Мы еще повоюем. Видно, в серию так и не выйдем. Нет параметров точности должной. Все-таки индивиды совконец нестандартною кожей. Оттого всякий раз полной мерою подвергаемся мы непоточно пробам вроде бы инженерным. На разрыв, на износ, на прочность. Откуда стабильности взяться? Друг для друга готовим
неловко. Нетипичные ситуации, нестандартную обстановку. И хоть общим током заправлены, нам одно о себе известно. Не всегда поступаем правильно, но всегда поступаем честно. Хама! Слыхали новость, а? Комбинат не выполнил заказ на арматуру для подвесок. Так что возвращаемся опять к опорам. Вранье это! Да как это вранье? Честное слово. Придется Анвар брать на буксир. Помяните мое слово. А ты впереди, да? За место тягача. А, пошел ты. Иди! Надо наверху крепить. Вот правильно, подтягивай. Подтягивай. Подтягивай, куда смотришь? Сатур, Сатур, начальство приехало. Левее. Как будем встречать, с цветами или с оркестром? Не мешай. Пошел! Максут Назарычу персональный привет. Здорово. Здравствуйте, пожалуйста. Тяни. Просили не беспокоить. Ага. Ну, как дела? Заканчиваете? Как видите, у нас все в порядке. Как у Анвара? Куда? Плохо. Ага. Арматуры нет, людей мало. Пошел! Хорошие специалисты, Максут Назарович, на дороге крепи. Не валяются. Ценить их надо. Ценю. Угу. Поэтому и приехал. Хочу вас попросить, ребята, на будущей неделе перейти в бригаду Анвара Курбанова. Помочь надо. Аркаша, сколько нам отгулов полагается? Отгулов 12. Вот закончим пролет и на заслуженный отдых. На отдых, Максут Назарович. Не хотите, добровольным приказом переведу. А я ни минуты в мехколонии не останусь. Подам заявление об уходе, товарищ начальник. Была бы голова, а работа везде найдется. Что касается меня, я за своего друга в огонь и в воду. Куда он, туда и я. Очень жаль, что мы не договорились. Видал, обидели человека. Переживет, не барышня. Неприятно, конечно. Ман падар, куда мазура теппа? Куиш, писарам. شما البته از قشلاق های نزدیک ده بسرم من حس کردم همینه من از همین قشلاق میشم بسیار عجیب با من а я, братцы, жениться хочу. Видал? А на ком же? Надоело мне в пустую квартиру возвращаться после командировок. На свадьбы насмотрелся. И тебе, Аркаш, советую. А знаете, братцы, у меня другая задумка. Сына хочу. Роди. Зачем? Готовы есть. 11 лет от роду. Егором зовут. Папка, как увидел его, место себе не находит. Так Даша и отдала. Держи карман шире. А что? Егор парень серьезный. Поговори с ним по-мужски. Правильно объясни, как бросил ее с сыном. Как от алиментов скрывался. Он все поймет. Слушай, и чё она до сих пор на тебя в суд не подала? Был я у Даши. Объяснял. Там другой. А алиментов, братцы, не было. Честное слово. Не знал я, что у меня сын растет. А Дашу я не бросал. Сама ушла. А нос.
Вот так, брат. Да. Тот дидан саламат башит дидан. Саламат башит муалим саламат. Ты парень, и наша вина тоже в этом есть. Ну а мы-то тут при чем? Притом, поссорился Тор с Максудом, с Ольгой, а мы, наша хата с краем. Максуд Назарыч, а вы не боитесь еще больше обострить отношения? Дальше некуда. Латифов не пробиваем. Эх, Ольга Константиновна, если бы главк поддержал нас. А если не поддержит? Давайте не будем загадывать. Завтра поеду в Трест, а потом посмотрим. Эх, Сатур, Сатур, как он мне сейчас нужен. Все в ваших руках. Переведите, пока вас еще Латифов не выгнал. Сатур. Олюшка, поедем со мной. Прошу тебя. Я? Куда? Мы как раз только что о тебе говорили. Я... Сатур. Нам надо с тобой поговорить. Дело в том, что мы с Ольгой Константиновной хотели бы... Сатур, милый, мы с Максудом Назарычем... Ладно, все понятно. Счастливо оставаться. Да, кстати, твой подарочек. Сатур, не дури. Никуда ты не поедешь. Отойди. Да никуда я тебя не пущу. Отойди, говорю. Дружочек. Сатуру, другу и брату, Максуд. Возьмите. Нехорошо получилось. Ну что ты, Оленька? Ты за Максуда переживаешь? Все переживают, но тебе-то сам Бог велел. Тебе, Оленька, замуж пора. Да не берет никто. Да ты только скажи, он-то ведь тоже мается, ходит сам не свой. Выйдет ночью, сядет на скамейку и смотрит на твое окно. За такого человека с завязанными глазами можно идти. Ой, Даша, Даша. Ну что ж, послушаем начальника мехколонны 13. Первый участок под угрозой срыва. Что вы можете сказать в свое оправдание, товарищ Назаров?
Внедрение подвесок ни в коем случае не должно отразиться на ходе работ. А участок действительно под угрозой срыва. На это имеется определенная причина. Причина? Вот как? Интересно, какая? Продолжайте. Отменив наш заказ на арматуру подвескам и не поставив нас в известность, вы, товарищ Латифов, лично вы, фактически сорвали наш план. Проектной сметой это не было предусмотрено. Да, вы правы, не предусмотрено. Но проект составлялся много лет назад. Эффективность нового метода очевидна. Это даст нам большую экономию металла, сократит сроки. Так что наша расточительность с лихвой окупится. Это еще не все. Наш коллектив взял соцобязательство. Освоить подвесную ЛЭП-500 в этой пятилетке. Завершается первый этап рабочей эстафеты. Я думаю, этим вопросом займется другой человек. Да, кстати, вы же рвались стать начальником участка. Так вот, примите первый участок. И не вздумайте проводить свои опыты. А то докатитесь до бригадира. Я еду в главк. Видали? Каков? А может быть, он прав? А здесь змеи есть. Что ж ты меня не предупредила? И что ты сделал? Опять он. Перестань ревновать. Слушай, мы этого красавчика так разыграем, что он больше в горы не сунется. Давай. Заглядываю в мельницу, там темно. И вдруг глаз горит. Ну, думаю, циклоп. И что это было? Я ему сейчас сверну шею. Подожди. Мы же договорились. Приезжают тут всякие. Отойди в сторону. Иди сюда. Иди. Ну, иди. Иди, иди. Иди. Что надо? Иди, не бойся. Слушай, что это за птица? Это Искандер, мой друг. Так вот, передай своему другу, пусть отвяжется от нашей девчонки. А то сделаем его вдвое короче, понял? Ой, напугал. Я брат Зарины, а это Джамшет, ее жених. Ясно? Если он к ней подойдет хотя бы еще один раз... То что будет? Ничего хорошего. И в речку. Иди, иди скажи. И в каком же ты техникуме? В педагогическом. Жаль, уже не смогу быть твоим учеником. Идем, что скажу. Не отрывай меня от дамы. Идем, говорю. О чем они с тобой говорили? Они сказали, что завтра будет дождь. Ах, дождь? Да. А может быть, гроза? Да. Опять что-то придумали. Ну, смотри, отцу скажу. Что, нам делать нечего? Они тебе навалять хотят. Чего? Отлупить, ну. А что? Егорка отличный пацан. Подрастет, совсем в порядке будет. Я из него такого линейщика сделаю, что Сатору не снилось. Голова у парня светлая. Сам разобрался, что из себя Аркадий представляет. Тоже мне папаша объявился. Ага, попались. Влипли. Говорил тебе, что твои похождения до добра не доведут. Следуйте за нами. И не пытайтесь удрать. Ведь будем без предупреждения. Позвольте узнать, за что именно? Двинули. Дальше.
Может, объясните нам суть дела? Я тебя предупреждал, чтоб ты оставил Зарину в покое. Пока еще не открыли метод передачи мыслей на расстоянии. Ты ему сказал? Не. Вот, видите? Что ж, тем хуже для тебя. Приговор будет приведен в исполнение. Если есть последнее желание, говори. Ты позоришь мою сестру. Простите, каким образом? Тебя видели с моей сестрой. Этого достаточно? Поэтому будь мужчиной. Прыгай. Помогите! На помощь! Искандера убивают! Помогите! За мной! Скорее, ребята! Быстрее! За мной! Быстрее, ребята! За мной! Искандера спасай! Надо Искандера спасать! Егорка-то всерьез перепугался, чудачишка. Да горит скорее руку себе отрубит, чем человека ударит. Здравствуй, товарищ Латифов. Сергеев говорит. Предложение Назарова заслуживает внимания. Надо смотреть вперед. Будем делать. Интересно, как там в главке? А вдруг ничего не выйдет у Максутака? Не утвердят подвески? Придется и дальше шагать на опорах. Ольга говорила, что приехала какая-то комиссия, от которой многое зависит. Посмотрим. Максут Назарович приехал! Ага. Здравствуй, Максут. Здравствуй, Анвар. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Дашенька. С приездом, Максут Назарович. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Здравствуйте. Здравствуй. Ну, как тут у вас дела? Здесь заканчиваем. До ущелья рукой подать. Ну, молодцы. Скажите молодцы. Лучше, как у вас дела? Что в главке? Все в порядке. Будут подвески. Значит, добились своего, ребята. Ну, теперь только нажимай. Да. Поздравляю, Максут Назарович. Спасибо. Поздравляю, Максут. А так как в чертовом ущелье сложный рельеф, подвески необходимо чередовать с опорами. Этот вариант мы вам и представили в Министерстве энергетики. Теперь о преимуществе наших подвесок. У глейзеровских подвесок, с нашей точки зрения, есть существенные недостатки. Во-первых, у них 3 точки опоры, а у нас 1. А во-вторых, у них линии проводов расположены один над другим. А в горах это невозможно. Но площадки придется оборудовать вручную. Да, но ведь тут... Ничего, это окупится. Окупится огромная экономия материала. И недостаток этот преодолимый. Подождите. Надо внедрять, надо! А потом инженеры что-нибудь придумают. Так. Вы со мной согласны, молодой человек? Полностью солидарен. Очень Ульги хорошо. Сказала. Очень хорошо. Действительно, горы обходятся нам для линии электропередач в золото. А сами горы представляют из себя отличные опоры. И этим нужно непременно воспользоваться. Вы со мной согласны? Мы-то согласны. А вот вы, товарищ проверяющий Латифова, попытайтесь убедить. Раньше 4-го квартала сдать вам арматуру не сможем. Да исключено. А если за счет сверхплановой продукции? В ваших же интересах получить линию досрочно. Вы сможете пустить остальные цеха?
Да, но для сверхплановой продукции нужна и сверхплановая выработка. Правда. Наш коллектив предлагает рабочую эстафету. Ну что ж, соберем рабочих, потолкуем. У себя в коллективе мы это обсудили и решили посоветоваться с вами. Мы готовы закончить трассу на месяц раньше срока. Это, соответственно, позволит досрочно пустить комбинат. Мы беремся освоить новую систему, подвесную ЛЭД-500. Но для этого нам нужна ваша помощь. Вы нам арматуру, мы вам энергию. Чертежи и сметы у нас есть. Дело стоящее. Что ж, возьмемся. А почему же не помочь? Мы вам предлагаем рабочую эстафету. Соберитесь и обсудите. Руководство и партийная организация завода поддержали нас. Слово за вами. Внимание, внимание! Всем занять свои места! Выводи на пикет 25. Равшан, как слышишь? На площадке будут установлены анкера. К ним крепится трос. Площадку освободили? Людей в укрытие. Как слышишь меня? Зона выстрела просматривается. Через 40 минут готовность. Кончай баловаться. Миномет не игрушка. Дай. Гляди и мотай на ус, как работают настоящие линейщики. Так ничего же еще не делается. А вот из этой пушки сейчас как шарахнут и перебросят трос вон на ту скалу. А ты что здесь торчишь? Моя работа начнется позже. Подумаешь, линейщик нашелся. Егорка, домой. Давай линомет. Пожалуйста. Мать зовет, не слышь? Егор, домой, кому говорят? Картошку чистить. Не твое дело. Поговори у меня. Трос свободен. Трос свободен. Бригада вне предела выстрела. Вон возле того камня, на противоположной стороне, будет площадка. Понятно? Да, мне понятно. Куда несешь изоляторы? Отнеси влево. Чуть дальше. Осторожно, Вит. Ага. Не свались. Ух, вот они. Ага. Мина на месте! Готовьте линомет. Состояние готовности. Внимание! Укройтесь за скалу. Мы готовы. Как попадание? Высший класс. Пошли вниз. Лучше не бывает. Молодцы. Здорово получилось. Молодец, Равшан. Подумаешь, делов-то раз, два и там. Закрепили площадку. Все в норме. Приступаем к работе. Можно спускать инструменты. Приступайте. Если есть трещины, пересекайте их буром. Мира! Мира по малу! Ну как у тебя там? Все прекрасно! Всю жизнь бы так не сел! Может быть, подушку тебе забрось? Ольга Константиновна, поздравляю! Спасибо! Так,
Ольга Константиновна, вы рады? Даже не знаю. Дождались. Искандер, главная вера в человека, даже в горах, на тропе, где не разойтись. Нервы. Правильно, аккорд держишь. Пальцы надо вот сюда. Вот так. О, давай. Да нет, дай я тебе покажу. Иди вот, сюда, смотри. Дружок. Так, вот так, смотри. И мягко надо. Мягко, понимаешь? И не рви. Не рви аккорд, главное. Вот так. Понял, давай. Искандер, а это правда, что ты Джамшет усыпал? С чего это ты взял? А почему же он тогда из бригады ушел? Да мне-то откуда знать? Опа! Прошу! Здравствуй. Привет ударникам Энерготрасс! Здорово! Здравствуйте. Здравствуй. Привет. Говорят, вы до 300% дотянули. Молодцы. Здорово. В награду принимайте кассира с зарплатой и премиальными. Здравствуйте, леди. Здравствуйте, Аркадий. Принесла нелегкая. А это вам. Да, от человека, который захотел остаться неизвестным. Спасибо. Говорил, что Даша цветы везет. Непонятно. Пошли, о, деньги получать. Благодетельница приехала. Здравствуйте, мальчики. Здравствуйте. Мирзалиев здесь? Конечно. И премию привезли? Мирзалиев. Иду, иду. Быстрее. Да, быстро, сумма прописи. О, кассирка нам приехала. Ну, теперь я разбогатею. Ни одной буквы не разберешь. Волнуется. Вот смотри, вот это ми, а вот это до. Вот сейчас я беру аккорд всеми четырьмя пальцами. Вот послушай, как звучит. Вот так. А вот теперь я тебе показываю простейший аккорд, ре. Вот, ну, видишь? Здравствуй, сынок. Здрасте. А ты чего ржешь? Манеры у вас потрясающие. А ну-ка, иди отсюда. А я вот тебе, сынок, подарок привез. На, держи. Мой характер. Настраивает против меня. Боится за сына. Вас, что ли, испугались? А ну замолчи, щенок! Нечаев! Да, я! Чего тебе? Как чего? Ну, звала же! Тебя?
Ну, не Чаев моя фамилия. Значит, есть другой. Как другой? Отойдите в сторону, не мешайте, не мешайте. Здесь же деньги. Нечаев Егор! Нечаев Егор! Что? Вот это номер. Что же это творится-то, братцы? Мальца работать заставляют, а? Несмышленыша! Дожили, эй! Габи, хватит комедию ломать, идем. Он на кухне помогает. На кухне. Не Нечаев я. Не пишите меня так больше. Голубчик, ведомости не я составляю. Расписывайся и получи. 72 рубля и вот 40 копеек. Премия. Банкин. Молодец. Мама, мамочка, я премию получил. Молодец, сынок. На, возьми. Пригодится в хозяйстве. И мелочь еще. Даша. Я пойду? Можно тебя на минутку? Поговорить надо, Даша. Что тебе от нее нужно? Как это что? Она моя жена. Вы разве не в курсе? По-доброму прошу тебя, уходи. Имею я право поговорить. Сын тут у меня, понял? Что? Вон чего выдумал. Ни сын он тебе не был, никогда и не будет. Даша. Дашенька. Но ты ж сама мою фамилию сыну дала. Ну вспомни, Даша. Мы ж были молодые, глупые, Даша. Пойми. Прошу тебя по-доброму, оставь мою семью в покое. Слушай, ты полбанки. Да Банкин я. Иди ты. Ах. Ну, негодяй. Ну, погоди. Ну, куда ты меня несешь? Ну, встану на землю, я тебе дам. Еще раз. Здесь появишься. А что, ничего, мужик Банкин, а? Мировой. Да и ты ничего. Молодец. Да. Кто еще в город? Меня с собой не забудете взять? А мы без вас никуда и не поедем. Рад вас видеть. Очень рад. Здорово, Максут. Здравствуй. Привет. Здравствуй. Мы на минуточку. Поговорить бы надо. Нехорошо как-то получилось. Что там у вас? Не бывает. В общем так, бери нас на подвески. Ну так как, Максут? Будем осваивать новую подвесную. Ну? Ну что ж. Мы ждем твоего ответа. А Сатор знает? Да к нему как-то не подступи сейчас. Бешеный стал какой-то. Аркадий собирается уезжать. Ну так что ты решаешь? Берешь нас? А как же, я рад. Аркадий, значит, уезжает. Закончим соревнования. И сюда. Договорились? Договорились. По рукам. После четырех видов линейного многоборья лидируют две команды с участков Курбанова и Махкамова. Команда второго участка проигрывает им 5 минут 22 секунды. Товарищи, сейчас дается старт пятому заключительному этапу. Установка дистанционных распорок в двух пролетах протяженностью в 2000 метров. На этом этапе выступают от первого участка Банкин и Курбанов. От второго участка Мингбаев и Мухамадиев. От третьего участка Нечаев и Сатор Махкамов. Thank you.
На линии Банкин, Нечаев и Мингбаев. Приготовились. Внимание. Старт. Вторая команда дисквалифицируется за работу на линии бесстраховочного пояса. Ту, черт, забыл. Повторяю, вторая команда дисквалифицируется за работу на линии бесстраховочного пояса. Нам видно, специально мне подсунули, чтобы на нервы действовал. А? У банки на 20 секунд. Понял? Аркадий, последний узел, и ты победил. Темп не замедляй. Работай спокойно. Проигрывает. Да. Плохи дела. Просто зло берет. Отстаю, да? Ничего-ничего, все еще впереди, успеем. Напрасно они Искандера взяли. Правильно сделали, что взяли. На каждой распорке Нечаев выиграет несколько секунд. Да. Ну что же, смотри, а? Смотри, как Банкин побежал. А может, все-таки догонит? Товарищи, первая половина соревнований подходит к концу. Нечаев приближается к промежуточному финишу, опередив Банкина на несколько секунд. Эстафету примут начальники участков Сатор Махкамов и Анвар Курбанов. Анвар, что случилось? Ногу подвернул. Я сейчас. Спускайся. Пойду вместо тебя. Сатор уже наверху. Скорее. Давай. Сейчас. Держи. Давай. Быстрее. Что там у них случилось? С Анваром что-то видно. Ну все, это конец. Да. Сам на линию вышел. Thank you.
это ж не по правилам! Бригаде Курбанова нарушений нет. Он имеет право заменить себя любым членом бригады. Жаль, если Сатор выиграет. Зазнается окончательно. Подумаешь, супер. Банкин-линейщик ничуть не хуже. Разборки давай. Принимай. Константиновна, жалко вам стало меня? Жалко. Вы по своей доброте или вас прислали? Впрочем, это не имеет значения. Прощайте. Ладно, Сатур, не расстраивайся. Конечно, ерунда какая. Не работает соревнование. Банкина бы не уронили. Разобьется в дребезги. Какой-то чудак запалил костры на заснеженном перевале. Странно получается. А может быть, Сатор проиграл нарочно? А зачем ему это было надо? Из-за Ольги? Из-за Максуда? Не мог он проиграть Банкину при таком преимуществе. Какой-то чудак запалил костры на заснеженном перевале. Хватит? Ты чего так легко одет? Простудиться можешь. Холодать начало.
Скоро здесь закончим. Куда подадимся? Как думаешь, Даша? А? Ты, Петя, сам решай, как лучше. Нам с тобой нужно жизнь налаживать. Вот поженимся, Егорку усыновлю. А то слова ему не скажи. Что ты, Петя, не видишь, как он изменился? Он теперь за тебя горой. Все равно никакого закона на моей стороне. Бесправный я человек перед ним получается. К матери с тобой заедем в деревню. Там и свадьбу сыграем, ладно? Будь по-твоему. Она будет, знаешь, как рада. Бывало, приеду к ней. Она мне все, Петь, хватит бобылем-то ходить. Лишь бы ей понравилось. Курить начали, Максу така. Да так, балуюсь. Когда ты курил? Говорят, нервы успокаивает. Помогает? Не очень. Максу така, а почему вы до сих пор не женаты? Да так как-то не получилось. Подходящей кандидатуры не было? Была. Но пока я мотался по этим трассам, ей надоело ждать. Вышла замуж за другого. Дождетесь. И эту из-под носа уведут. Что-что? Да ничего. Не блестяще выглядите в роли влюбленного. Да ты что, парень, спятил, что ли? Я? Я-то не спятил. А вот вы точно свихнетесь. Извините за предсказание. Или вы уступить ее решили? Кажется, по-вашему, это благородством называется. Искандер, скажи, пожалуйста, у тебя были когда-нибудь настоящие друзья? Ну, чтоб... Друзья, с которыми можно... В разведку? Да. Были и есть. А у вас есть? Слышал? Сатор из мехколонны уволился. Туда ему и дорога. Терпеть не могу этого типа. Не смей так говорить. У меня с этим типом... Слишком многое связано. Ну да. Пуд соли. Одной шинели укрывались. Да и любовь у вас одна на двоих. Тяжело. А он вас предал. И не мучается. Предал все. И любовь, и дружбу. И общее дело. Все это не так просто, Искандер. Просто. Предельно просто. Обычная ревность и ничего больше. Не надо его оправдывать. Да вы оба тряпки. Оба мизинца ее не стоите. Да что с тобой, Искандер? Успокойся. А что вы сделали для того, чтобы Сатор не ушел из мехколоны? Почему вы так его легко отпустили с подвесок? Ладно, он темный, он ничего не понял. А вы оба с высшим образованием. Ну почему не объяснили? Проще всего от человека отмахнуться. Пусть продолжает пребывать в своей косности. Пусть. Ах, Искандер, Искандер. Ты еще молод. Сатор вырос в кишлаке. Он старший. Кроме него еще семеро. Самому младшему знаешь сколько? 12. Я знаю, что он умнее меня, талантливее меня. Я знаю, что он хотел учиться. И сейчас хочет учиться.
Но ему нужно думать о своих братьях и сестрах. Он должен кормить и одевать, дать образование. Это жизнь, Искандер. Такие дела, дорогой мой. Растрогали до слез. Ну и что? В конце концов, долг каждого человека помогать своим близким. Удивительная способность у людей превращать элементарное человеческое качество черт знает во что. Прекрати, пожалуйста. Ты слишком нетерпим, Искандер. А вы слишком терпимы. Слишком мягки. И в результате приходите к ложным взаимоотношениям. У вас даже не хватает мужества сказать правду в лицо другу. Кому нужна такая дружба? Для меня дружба — это обнаженность отношений. Жестокость, если хотите. Так. Ну что? Снег. Беги в кишлак, поднимай всех и с лопатами в ущелье. Давай! Есть. Ребята, подъем! Подъем, ребята! Абиджон, поднимай своих! Анвар, поднимай бригаду! Снег! Снег, ребята, подъем! Ребят, в чем дело? Этого еще не хватало. Анвар, в первую очередь собрать всю арматуру подвесок. Так. Расчистить рабочие площадки. Ага. Ребята, если ударит мороз, оборудование останется под снегом. До весны будем стоять, Анвар, чтобы все работали со страховочными веревками, понял? И кишлачные тоже. Разбей всех людей на группы. Ладно. И ущелье. Аркадий, сколько можно тебя ждать? Даша письмо писал, просил сыну сказать, что жду его в гости. Как ты думаешь, отпустит? Все-таки отец я ему, может, подружимся. Что с тобой? Ты даже меня не слушаешь, Сато. Да выбрось ты ее, эту Ольгу из головы. Поедем в деревню, порадуем моих стариков. Кругом лес, рыбалка, а какие там невесты? Помолчал бы ты. Скучновато, конечно. А может, махнем на юг? Зря мы это затеяли, Аркаша. Долетим до Москвы, там разберемся. Вон уже посадка. Да. Проходи, проходи. Товарищи, не торопитесь. Так, товарищи, разрешите. Вот билеты. Ты куда? Зато! Извините, я сейчас. Будь здоров, Аркаша. Сатор, подожди. Сатор! Напрасный труд! Расчистим, к вечеру снова наметет! После такой работы в дворники можно подаваться! Перестань ворчать! Почему без страховочных веревок? Я спрашиваю, почему без страховочных веревок работаете? Так суд, так мешают же они! Ты хочешь, чтобы кто-нибудь сорвался, черт побери? Немедленно всем привязаться! А кому мешают, гони с трассы!
Ребята, Джамшед упал! Держись, Джамшед! Держись! Держись! Держись немножко еще! Ну, держись! Сейчас. Потерпи немного. Одна готова, сейчас да другую. Пошли к Ольге Константиновне. У нее давай. Аптечка, она там, за скалой. Раз, два. Ну пошли. Очень больно. Нормально. Участок служит. Первый? Да-да. Первый участок. Алло, алло, алло. Первый участок слушает. Начальника нет, колонны Назарова. Назарова нет. Нет здесь Назарова. Кто говорит? Ну, какая вам разница, кто говорит? Примите телефонограмму. Что? Примите срочную телефонограмму. Диктуйте. Метеоусловия в горных районах так ухудшаются. Только. Так. Так, так. Назарову так срочно прибыть в главк. Управляющий. Повторите. Дайте йод. Сейчас. Разверни бинт. Вот. Давай. Ну, теперь держись. Что случилось? Джамшед чуть было не сорвался. А вот Искандер вовремя подоспел. А то бы все. А как Джамшед? Где он? Вон там сидит. Ну, вот и все. Теперь до свадьбы заживет. Смотря до чьей. Очень остроумно. Какой-то чудак, какой-то чудак запалил костры на заснеженном перевале. Когда прибьешься к чужому костру, в дребезги окоченевшим, хоть ветку в пламя. Раздвинется круг, тени лицами обрастут,
лицами человечьими. И перевал не стена, а спина, и караули привал луна. Пламя рассвету навстречу. Какой-то чудак запалил костры, запалил костры на заснеженном перевале. Доброе вспомнишь, дурное простишь. Снег растопило, снег растопило пламя. Встречи с друзьями, словно костры на заснеженном. Thank you.